Станут ли какие-то вещи лучше, если вылить на них кофе? Если не самому жадно все сточить, а, например, с большой картиной поделиться? Я думаю, это Стелла с этим ангелом очень хочет кофе. Сам бы себе дал по башке за такую ересь, но искусство требует жертв. Кофе я подобрал правильный. Сварил его не в еретической турке, а в праведной мокке. Лил на большую картину, не жалея. Да если бы в меня вылили столько кофе, я точно стал бы лучше. Картина, мне кажется, тоже приходит в себя. Все ссылки в шапке профиля, лайк, репост, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.